Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру A Space for the Unbound. Я как-то хочу зайти в... Я забыла, что тут не нужно управлять мышкой, блин. Я просто забываю это, правда. Ну ладно. Купить кошачий корм, покормить кошку, найти миску, найти материалы для крыши, найти подушку. Мы здесь, собственно, чтобы как раз-таки забрать вот эту вот крышку, на которой сидят челы. Прекрасно, раз прекрасно. Получается, да. А что они у меня просили? Или они ничего не просили? Что-то просили они. Привет, пропустите меня, я заберу тут кусок крышки. А, они говорили викторина. Сейчас мы пропустим, это мы видели. Викторина. Точняк, викторина. Ответь правильно на три вопроса, забирай, что хочешь. Давайте, давайте. Я готова. Сейчас наугад буду. Давай. День независимости Индонезии. Я грибу, давай. Я не помню, что я выбрала в тот раз, правда. Ого, правильный ответ. Второй вопрос. Хватит мозгов, чтобы на это ответить. Как по-научному называется шелушение кожи? Мам. О, я это все читала в прошлой серии, но я не запоминала, я не помню. Понимаешь, не помню. Я не знаю. Слушай, а знаешь, что я сделаю? А я вот вообще в тупую возьму и загуглю, потому что, ну а почему нет? Как говорит, шелушение кожи? А я знаю что, я сделаю? Я загуглю не это, я загуглю... не, ферментация, по-моему, тоже точно не то. Перспирация. Физиологические изменения, потери большого количества воды с кожи. Вот, наверное, последний, десквамация. Хотя нет. Или все-таки первая? Нет. Вот, наверное, вот это вот. Я хз, я загуглила, ничего не нашла особо сильно. Ну, потому что я немного гуглила, как вы заметили, пофиг. И сказала это с такой смешной рожей, но ответил правильно, молодец. Брат. Моя очередь, значит, все-таки правильно поняла. Я просто так пробежалась глазами и все. Баксы, которые я продаю... Баксы, которые я продаю у входа в школу. Вкусная? А, это еще что за вопрос? Просто отвечай, братан. Да, братан, отвечай. Ну... Так себе, ничего особенного. Да ладно. Где, ты сам не пробовал? Не, поэтому тебе спросил, тупица. Да, братан, ну ты и тугоду. Есть только один способ проверить, попробовать самим, братан. Отличная идея, братан, погнали. Отличная была викторина, надо как-нибудь повторить. Ага. Что с вами, челы? Они же знают, что на сегодня палатка Бакса уже закрылась. Ну, это не твои проблемы, я тебе так скажу, даже если они этого не знают. Этот кусок жестяной крышки вполне подойдет. Заперу его, думаю, он защитит кошку от непогоды. Миска, крышка, подушка. Есть, все, я готова. Я готова. У нас уже все есть, мы можем идти. Привет. Кажется, закрыто. Досадно. Ну, блин. Ну, прикол, ржу с них. А мы с тобой знакомы? Рад встречи, Жорж. Да, ты Жорж, мы знакомы. Привет. Окей. Слушай, а почему я не могу перемещаться? Ну, хотя логично, почему. Но... Но я бы хотела. Карта, типа, у меня есть, я перемещаться, я понимаю. А может, я могу все-таки? Нет, вы не моя атма. Ты еще не нашел все, что нужно для кошачьего домика? В смысле? Я все сделаю. Хорошо, когда найдешь, дай мне, мы вместе послушаюсь, мэм. Вот, я все принесла, говорю еще раз. Корм. Мяу-мяу-мр. Мяу-мяу-мр. Пахнет аппетитно, да? Угощайся.
Отличная миска Атмар, ты молодец. Симпатичная миска, любая еда выглядит аппетитнее, правда? Эта старая подушка по-прежнему мягкая. Мяу-мяу. Кошечка довольна. Да, на такой тебе будет приятно спать. Ой, не то. Мяу. Что такое? Нехорошо так говорить, перестань. О чем это вы болтаете? Ни о чем, хорошая стенка получилась. Она не заценила, да? Все отлично. О, получилось. Даже лучше, чем я ожидал. Да-да, это твой новый дом. Он в твоем полном распоряжении, адмирал. Адмирал? Да, мне кажется, подходящее имя. Как тебе? Звучит внушительно. Вот и я так подумала. Теперь мы твои друзья, адмирал. Ей идет. Ей? Ну ладно. Мы можем навещать ее, когда захотим, да? Ну да, конечно. А сколько времени? Я почти забыла про фильм. Пойдем, Атма. Надеюсь, еще не все места разобрали. Не переживай, уверена, что для нас вдвоем парочка мест точно есть. До встречи, адмирал. Мяу. Мяу. Мяу-в. Погнали, куда идти? Да. Сюда? Ну я иду за тобой, давай. Сюда? Да, пошли, пошли. Я надеюсь, я туда иду. А то она где-то там сзади потерялась. Ну ты давай там быстрее иди, или что, или куда. Давай скорее, слушай, пошли. Как же ты долго ходишь, я грибу. Я же сказал тебе про... О, Рая. Привет. Что ты здесь делаешь? Мы с Атмой собрались в кино, а ты загораживаешь дорогу. Понятно, парни, выдвигаемся. Серьезно? Типа все, пошли вон. Окей. Поверить не могу, эти жуткие байкеры к тебе прислушались. Не хочешь поделиться какой-нибудь крутой историей, которая бы объяснила их поведение? Нет, просто так сложилось, не знаю. Все это твоя девчачья мощь. Девчачья мощь? Девчонки рулят миром. Не, ну тут плюсую, конечно. Прекрати, пойдем уже, а то ты опять сморозишь что-нибудь нелепое. Не-не, лепое, лепое. Все правильно. Как иначе? Зачем поговорить? Не знаю, выбрала и все. Что это тут? А что это здесь? Что это здесь? Здесь? А чуть ничего нету? Давай поговорим. Кря-кря-кря. Кашляет. Кря. Да, как же я устал. Жалко чела. Я наконец-то пригласила ее на свидание. Я не облажаюсь. Ага. Не, не, куда? Говорить. Сегодня в кино, сегодня в кино. Ну и громко же ты кричишь. Еще бы мне за это платят. Сегодня. Сегодня в кино что? Ты не сказал, что сегодня в кино. Чай сотта, бутылочная версия. Покажи. Смотреть. Чай сотта. Вот это оно. Посмотрите, великая комета Рока разорвала небесное полотно. Сегодня в кино... Извините, вы можете по одному говорить? Посмотрите, великая комета Рока разорвала небесное полотно. Звезды гибнут, небо рушится. Землю держат бедствия, наводнения, болезни и засуха. Неужели вы не замечаете? Я очень хочу посмотреть «Возвращение раптора-киборга». Говорят, что Мана Хати просто огонь. Фу, ненавижу фильмы про любовь. Их смотрят одни взрослые зануды. Я люблю романтические фильмы. Да брось, там же в конце сцена с поцелуем, прям засос, мерзость какая. А ты что, смотрел уже? Ну, весь фильм заспойлерил, жесть. Окей, 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 это я.
Что ты еще тут говоришь, да? О, странствующая душа, в курсе ли ты вчерашних новостей? Комендорука наконец явилась. Не жаждешь ли ты спасения? Это мы уже говорили с тобой. До свидания. Всего хорошего тебе, да. Все, до свидания. Слушай, а у меня есть деньги? А, нет. Ничего не произошло. Ну и все. Мы идем в кино, значит. Ура, ура, мы в кино. Здравствуйте. Перед покупкой билетов можно выбрать фильм. Какой-нибудь фильм привлек ваше внимание? Даже не знаю, эти оба кажутся скучными. Ага. Я люблю фильмы с животными. Если в этих фильмах есть кошки... Точно. Извините, есть фильмы про кошек или других животных? Ну, «Возвращение раптора-киборга», главный герой, да исторический зверь. Строго говоря, раптор действительно животное. Не-не, это имел в виду. Кажется, в «Манахате» есть кадр, где на заднем плане бродят кошки. Это не считается. Слушайте, я тут работать пытаюсь. Будете покупать билеты или нет? Ну, раз уж мы здесь... Атман, на какой фильм пойдем? Я грыбашу? Манахати. Ну пошли на Манахати. Там на заднем плашке... Плашки, да. Там на заднем плане кошки ходят. Может быть это норм. Манахати — романтическое кино об отношениях двух подростков. Девушка встречает парня, они влюбляются друг в друга. Как-то предсказуемо, тебе не кажется? Посмотрим Манахати? Ладно, а что насчет этого она скажет? «Возвращение раптора-киборга» — популярный боевик в жанре научной фантастики. Предложение фильма «Раптор-киборг» до нашей эры. Не посмотрела первый фильм, так что не уверена, что пойму сюжет. Раптор явно проголодался. Посмотрим «Возвращение раптора-киборга». Я не знаю. Я бы выбрала... Господи, я бы, короче, выбрала вот этот вариант для себя, потому что, ну... Про динозавров я не знаю. Меня не прельщают фильмы про динозавров, поэтому я бы для себя выбрала этот фильм. Да, да, давай вот это. Да, мы будем смотреть это, потому что просто мне так интереснее. 2 билета 1000 рублей. 4000 рублей, посмотрим. А у меня только 2. Что такое? Денег не хватает. Как так? У тебя ведь должно быть достаточно. А я... А с чего ты такой уверен, что мне должно быть достаточно? Я тебя знаю, Атма, ты покупал что-нибудь, кроме кошачьего корма? Ну да. Я все распланировала, и все равно... Рая? Да ты гонишь. Ребят, вы сегодня настоящие везунчики. Что? У вас в третьем зале... У нас в третьем зале проходит специальный показ в честь дня рождения кинотеатра. Покупайте 1 билет, и 2 получите в подарок. Так что заплатить нужно будет только за 1. О, вот это да, специальный показ. Выгодно выходит, ничего не скажешь. Мы бы хотели воспользоваться этим предложением. Спасибо и мои поздравления. Слушай, это очень странно. Приятного просмотра. Газировка Манта на этот раз со вкусом клубники. На каком языке она говорит? На японском? Полагаю. Ведерко попкорна за 3000 рублей. Дороже, чем билет в кино. Не смотрите на меня так, я здесь просто работаю. Манахати — такой романтичный фильм. Смотрю его уже 9-й раз. Буду приходить каждый день, пока его крутят в кино. Говорят, в «Возвращении раптора-киборга» сменили актера, играющего главную роль. Надеюсь, у него получится повторить акцент раптора. Фух, вовремя закончила. Работаю почти без перерывов. Захвати с собой мусор после фильма «Парень, выручи старушку», хорошо? Аварийный топор висит за замком. Окей. О, привет, Атма. Привет. Рад, что ты пришел навестить меня на работе. А кто ты? 2 билета. Вот, приятного просмотра. Спасибо.
пошли, что? Или куда? Похоже, ты рада. Наконец-то мы вместе смотрим фильм. Первый пункт из нашего списка выполнен. Ой, трейлеры уже закончились. Ну ты типа рванула, смотри, побежала как. Поторопись, Атма, наши места где-то в том ряду. Фильм вот-вот начнется. Иду. Рванули. Да. А, да, все, смотрим. Давайте. Давай. День сегодня сумасшедший, да? Как хорошо, что сейчас можно расслабиться, просто посмотреть вместе кино. Точно. Я не знаю, как сделать наш... Я знаю, как сделать наш кинопросмотр еще лучше. А, ты купила дорогущий попкорн? А, нет, конечно, дурачок, я его из дома прихватила. Все протаскивают в кино собственные вкусняшки, это почти закон. Хитро, горжусь тобой. Можно мне? Конечно, без попкорна насладиться фильмом невозможно. Твои слова. Я такое говорил. Начинается. Меня зовут Сита, я учусь в школе и всегда жила на полную катушку, пока не встретила одного парня. Ой, прости. Что? Ничего. Ненароком взять Сираю за руку, получил достижение. А ты кто? Напомни-ка. Меня зовут Рага. Не хочу, чтобы меня допрашивал кто-то популярный вроде тебя. Я не знаю, это просто смешно. Я схватил Раю за руку. Веди себя, естественно, сделай вид, что ничего не произошло. Это почему так смешно? Опять. Ой, прости. Ты это специально, да? Ну, я не знаю, это просто смешно выглядит. Мне интересны их диалоги от этого. Какой он странный. Бесит меня. Почему я не могу перестать на него пялиться? Она не... Почему ты не берешь попкорн? Она не берет. Тебе никогда не дано узнать, каково это. Да ладно, значит, это моя вина. Может, ты еще скажешь, что это мои кошки виноваты? Кошки. Хеллоу, почему ты не берешь попкорн? Это из-за меня? Ты из-за меня? Да ладно, бери попкорн. Наши отношения изжили себя, Рага. Теперь я принадлежу другому, моему человеку-коту. Чего? Что? Человеку-коту это что-то типа Леди Баг там, или как это называется, этот мультик там? Не помню. Ну, кажется, Леди Баг и Суперкот, да. Кот Нуар. Вроде так. Его зовут. Я человек-кот. Мяукни же погромче, мой прихвостин. Что происходит? Мяу. Прекрасно. Вот мы и в Кота-стране чудес. Здесь можно из досыта спать сколько хочешь. Фильм становится все страннее. Да бери попкорн. Не плачь, радость моя. Для Кота-страны чудес наконец-то нашелся подходящий наследник. Мне пора возвращаться в коробку. Спасибо, человек-кот. Спасибо, мяу. Конец. Что это было? Вот у меня такая же реакция. Это было потрясно. Не считая довольно странного оборвата сюжета, да, это было интересно. Мне понравилось, что в конце человек-кот решил вести простую жизнь. Да, хорошая концовка. В этой стране чудес было бы классно. Только представь место, где мы весь день гладим котов. У тебя такой счастливый вид, когда ты об этом думаешь, Атма. Конечно, даже мысли об этом приносят мне радость. Правда? Но какой-то страны чудес не существует, нет смысла о ней думать. Ну, что такое, Рая? А что? Что если мы могли бы отправиться в какую-то страну чудес? Что? Ты бы обрадовался? Да, но что ты имеешь в виду, как это отправиться в какую-то страну чудес? Закрой глаза, пожалуйста, не пугайся. Рая? Закрой глаза. Магика! Матрика! Секундочку, это страна чудес. Она правда существует? Ну, совсем недавно ее не было, но я ее создала. Ты что? Эй, вы двое. Привет, адмирал. Привет.
Она разговаривает? Ты только сейчас это понял? Рэй, погоди, неужели, адмирал? Да, я умею разговаривать, проехали уже, ну ты и тормоз. Стоп, кто? Как? Я... Не паникуй. Я в ахуе. Извините. Попробую. Ты объясни, что происходит? Это моя типа как суперсила. Если честно, эта сила всегда у меня была. Я боялась, что люди посчитают меня ненормальной. И сейчас этого боюсь. Подумала, почему бы не рассказать тебе об этом сегодня. Извини, что не рассказала раньше. Если ты злишься или тебе страшно, я понимаю. Да ну, брось, нормально, Рэя. Все это чудесно. Ну, это моя суперсила. Спасибо, что делишься со мной. Это, конечно, немного неожиданно. Мысли о твоей суперсиле пока не укладываются в голове. Что именно ты хотел бы узнать? Ты можешь что-нибудь создать с помощью своей силы? У твоей силы есть побочные эффекты. Сила мне не навредит. Но у нее есть пределы. Если слишком часто ее используешь, становлюсь слабее, даже могу потерять сознание. Так что я пользуюсь ей аккуратно. Понятно. Ты можешь что-нибудь создать? Я много чего умею, например, делать так, чтобы у кого-нибудь в кармане появились деньги или левитировать. Так это твоих рук дело. Да. Сейчас я создала какую-то страну чудес из фильма. О, просто вау. Но как она у тебя появилась? Без понятия, к сожалению, на все вопросы я ответить не могу. Смотрю, от недостатка любопытства ты не страдаешь. Что ж, раз мы в какой-то стране чудес, давайте веселиться. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Вкусненько пахнет. У тебя ведь еще остался кошачий корм? Давай их покормим. Конечно же, всех погладим. Да, давай. Нужно накормить их кормом. Вот вам корм. Да, приятного аппетита, малыши. Ух ты, а что здесь? Это кошачий домик? Он куда больше того, что мы смотрели для адмирала. Ржу. Прикола. Приятного аппетита, малышики. Какой странный звук. Здесь где-то еще один котик. Где здесь? Этот кот какой-то странный. Дружище, хочешь немного корма? Да, странный. Бесполезно, кажется, ему такое не нравится. Желтый цветок, совсем как в моем сне. Так и красная книга у меня, может. Как это называется? Погрузиться? Я и в реальной жизни могу так делать. Пожалуй, стоит попробовать. Серьезно? Так, подожди, я не понимаю, что происходит. Либо это чье-то воображение жесткое, либо сон очередной, либо... Во сне я сделал то же самое. Странный сегодня день. Что это? Здесь что? Здесь ничего, понимаю. Этот цветок. Я видела его, когда совершил погружение в тот раз. Как звали эту девочку? И что он здесь делает? Помогает. Страничка. Лист. Ты бумаги, нет, черновик истории. Время пришло, настал конец света, вся планета рассыплется в прах. Кто-то назвал бы это детским рисунком, но это нечто большее. Кто там? Это пророчество, предрекающее судьбу этого мира. Котик. Ты не помешаешь мне исполнить пророчество. Погоди-ка, что? Прочь. Ни хрена, что за дела? Я, так сказать, в ахере. Я крайне шокирована. Что сейчас произошло? У меня плохое предчувствие. Нет, успокойтесь. О, Рэя. Уходи. В смысле? Мы Это что произошло? Я не знаю. От котов это зловеще звучит. О нет, они вот-вот накинутся. Кошки начали странно себя вести после моего погружения. Что я сделал не так? Почему? Что их спровоцировало, Атма? Держись. Уйди. О, это звучит, это как-то ужасающе выглядит, ты знаешь? Реально.
Что это такое? Нападение котиков. О май гад. Кошки тебя исцарапали? Нет, но побочные эффекты. О, нет. Это я виноват, прости. Что? Выглядишь ты неважно, тебе нужно срочно отвезти домой. А, я в офисе. Так, подожди, а у нас в тот раз... А мы в тот раз открыли какую? Шестую страницу? Да, шестая у нас была. А теперь у нас появилась пятая. А давай прочитаем. И снова комета приступила к снижению, излучая яркий золотой свет. Южная звездная принцесса прибыла на последнюю планету. Со всех сторон ее окружала темная безлюдная пустыня. Неистовый ветер царапал щеки, и единственный свет исходил от ее собственного тела. Но оказалось, что на планете все же была жизнь. Одинокий бездомный кот, который поразил вид кометы сияющей принцессы. Кот представился, и Юг устало улыбнулась. Она спросила, есть ли у кота заветное желание. Сил у нее осталось на исполнение одного единственного. Кот усмехнулся и сказал, «Мяу, всю жизнь я прожил один, думал, что помру в одиночестве, но случилось чудо, появилась ты. Мне больше ничего не нужно, просто будь со мной». Юг обрела настоящего друга там, где не ожидала. Север же к тому времени уже давно угасла. «Мой кошачий друг, как бы я хотела, чтобы ты познакомился с северной звездой, звездной принцессой. Я очень по ней скучаю», — сказала она. Кот растерялся, но не успел задать ей ни одного вопроса. Судьба уготовила им неприятный сюрприз. Внезапно затряслась земля, деревья закачались, а в иссушенной земле разверзлись огромные трещины. Кот, невинное создание, уже застыл в ужасе. Но Юг прекрасно понимала, что происходит. Мир кота рушился, планеты уже было не спасти. Пришло время, наступил конец света. Вся планета рассыпалась в пыль, и Юг не могла это остановить. «Принцесса, не надо уходить, здесь опасно». «Надо уходить, извините», — сказал кот. Но Юг не могла пошевелиться, ее сила почти истощилась, и она знала, что ее время на исходе. В запасе у нее оставалось одно единственное чудо. Она заглянула другу в глаза и поняла, что именно ей нужно сделать. Я не знаю, читаем в разброс пока, потому что. Я думаю, что можно. Я думаю, что можно на этом закончить. Получается? Да. Здесь ничего не появилось, да? Окей. Ладно, тогда давайте на этом закончим. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.